почему нам не предоставляют парковочных мест, мы, жители этого дома, нам не предоставляют парковочные места, а увозить машины мы первые. Вместо парковочных мест – эвакуаторы, возмущается жительница дома 50 Пафучика Айгуль Рашидова. За месяц ее автомобиль эвакуировали на штрафстоянку уже дважды. И каждый раз девушке приходится оплачивать внушительный штраф. За этот месяц у меня уже забрали два раза машину. Два раза. Это что такое? Я сижу с ребенком на декрете, откуда я должна брать деньги? Наверное, нужно сначала решать проблему с парковочными местами, а потом уже начинать забирать машины. Выбор, куда поставить на ночь автомобиль, невелик, говорят жильцы дома. Двор рассчитан лишь на 15 машиномест, в то время как в доме 300 квартир. Поэтому люди стали ставить свои машины прямо на тротуаре, что рядом с домом. Прохожим машины не помешали, зато вызвали большой интерес у службы эвакуации. Приехали 30 человек, эвакуаторы приехали, формы никакой нету. Беспредел творится, развивается 90-е годы. Увезли прям. 30 машин сразу. Тут увезли, там увезли, тут увезли. По словам людей, их проблему со службой эвакуации решили бы парковочные места во дворе девятиэтажки. С такой просьбой они неоднократно обращались в администрацию района, однако получили лишь лаконичный ответ. Администрация объясняет, что у них нет на это средств. А люди страдают, людям негде поставить машину. Связаться со службой эвакуации, получить их комментарий нам сегодня не удалось. Между тем, по словам экспертов, действия эвакуаторщиков вполне правомерны. Почему правила дорожного движения, остановка и стоянка транспортных средств на тротуаре запрещена? Однако в наших правилах предусмотрена такая табличка, как парковка, парковочное место, которая применяется с одной из табличек, обозначающих вид транспортного средства и способ его постановки на стоянку. Если таких табличек нет со знаком «парковочное место», то, конечно же, парковка в этом месте запрещена на тротуаре, и к транспортному средству может быть применено задержание и помещение транспортного средства на штрафстоянку. Дарья Петрова, Максим Зуйков, телеканал «Эфир».